Всем привет! Сегодня я приготовлю очередную вкусняшку. Это будет очень вкусный десерт. Называется тарт татен. Это французский пирог, но я его сделаю на свой манер. Он будет с грушами. Итак, какие продукты мне для этого понадобятся? Твердые груши, коричневый сахар. Можно взять обычный, белый. Сливочное масло, ванильный экстракт и слоеное тесто. Слоеное тесто нам понадобится бездрожжевое. Вы можете приготовить сами, можете использовать покупное тесто. Рецепт приготовления слоеного теста у нас есть на канале, ссылку я оставлю в описании под видео. Рецепт простой, готовится очень быстро. Для начала нам нужно очистить груши. Вырезаем сердцевину. Груши нарезаем на кусочки. Нарезаем вдоль. Разрезаем грушу на 8 равных частей. По желанию груши можно взбрызнуть немного лимонным соком. Оставляем их в сторону. Готовим карамель. Сливочное масло отправляем на сковородку. К сливочному маслу высыпаем сахар. Помешиваем и увариваем сахар до состояния карамели. Если вы будете готовить карамель из белого сахара, то будет очень легко определить, когда карамель готова. Как только она начнет темнеть, значит карамель готова. С коричневым сахаром я буду определять готовность по запаху. Ну и по цвету тоже. Во время приготовления карамели все время помешиваем, чтобы она у нас проварилась равномерно. Половину карамели выливаем в форму. И выкладываем груши. Груши выкладываем по кругу. Сверху заливаем оставшейся карамелью. Груши подготовили, вырезаем слоеное тесто по размеру формы. Тестом накрываем груши. В центре делаем отверстие. Пирог убираем в духовку, разогретую на 180-190 градусов, выпекаться минут на 20-25. Пока выпекается тарт, желательно находиться на кухне, чтобы контролировать процесс. И в это время можно немного развлечься и отвлечься от домашних хлопот, поиграть на телефоне в новую игрушку, которая вышла буквально в апреле. Называется Family Yard. Кто-то играет в ферму в Одноклассниках, я в нее никогда не играла, а вот эта красочная игрушка мне понравилась, и я с удовольствием в нее играю. В этой игре две сути. Во-первых,
Это интересный сюжет. Я играю за девочку Элис и помогаю ее бабушке с дедушкой сделать сад их молодости снова великолепным. А также все мои любимые три в ряд, собирая которые, вы открываете новые участки сада и погружаетесь в эту удивительную историю. Мне очень интересно узнать, как же будет сад выглядеть в конце игры. Скачивайте по ссылочке в описании, именно по ней вы получите 100 монет для хорошего старта в игре. Играйте, делитесь вашим прогрессом в игре в комментариях. Прошло 35 минут, пирог готов, он подрумянился. Осталось подождать минут 5, чтобы он немножко остыл, и вынимаем из формы. Накрываем пирог тарелкой и переворачиваем. Единственная и главная рекомендация, не готовьте этот пирог в разъемной форме. Смотрите, у меня сироп вытекал, поэтому форма должна быть цельная. Сверху поливаю карамелью, которая у меня вытекла. Попробую, что получилось. Очень вкусно. Единственное, я бы, наверное, сделала все-таки два слоя слоеного теста, чтобы была более толстая основа. А так, очень вкусно получилось. Груша нежная, с карамельным вкусом. Слоеное тесто очень тоненькое. Восхитительно. Вообще тарт едят теплым, как сейчас это делаю я, только добавляют еще шарик ванильного мороженого. Я думаю, так будет еще вкуснее. Хотя куда уже вкуснее, и так очень вкусно. Вот такой ароматный и очень вкусный грушевый тарт у меня получился. Попробуйте приготовить, рецепт простой. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на наш канал, кто не подписался. Нажимайте на колокольчик внизу под видео, чтобы приходили оповещения о новых видео. Всем приятного аппетита, всем пока!